два ток-шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. 150 килограмм обаяния и добродушия. Он не знал ни одной ноты, и у него не было музыкального образования, но при этом он был самым выдающимся тенором современности, которого мы никогда не забудем. Дней назад он ушел из жизни, а за 4 дня до смерти он неожиданно изменил свое завещание. Сегодня в нашей студии собрались люди, которые знали Лучано Паваротти, и мы будем говорить о его волшебном голосе и попытаемся раскрыть тайну великого маэстро. Тема эфира – завещание Паваротти. Я хочу вас познакомить с одним человеком. Это Олег Непряхин. Где они познакомились? Невероятная история. Встречаем Олега. Связывало с Лучано Паваротти? Любовь к пению и к музыке всегда жила в моем сердце. И Лучано Паваротти занимал особое место в моем сердце. Пато Шалович сказал, что действительно Лучано Паваротти святой человек. Вот вы можете остановить человека, который всю жизнь стремился попасть в Мекку, к святым местам, поклониться, причаститься, прикоснуться к какой-то тайне. Невозможно остановить человека. Так и для меня имя Лучано Паваротти это было своего Меккой. Она и остается для меня музыкальной Меккой. И, конечно же, стоим, значит, вот втроем. Зураб Лаврентьевич Саткилава из оркестра, по-моему, администратор, и я. Нам говорит, момент, мы заходим. И у меня просто, я не знал, что сказать. Я вот просто подошел, вот так вот поклонился и говорю, белиссимо, тенориссимо. А я знал, мне очень... Почти как моя мама. Да. Ваша мама лучше. Вот. И, значит, а я должен отдать вот все, что я хотел, вот спрессовать это в какие-то вот несколько фраз. И у меня его любимая песня, он пел «Un amore così grande». Такая большая любовь. Я ему говорю «Un amore così grande». Он «Си, си, си». Вот я... Покажу, может быть, будет интересно. Вот эта фотография. И для меня это великая память. И самое главное, что я успел сказать Лучано Паваротти огромное спасибо и поклониться ему в пояс. Все говорят здесь о наследии. 500 миллионов, 300 миллионов. Но я думаю, что не это важное. Главное наследие, как мне полагается, духовное, которое он оставил каждому из нас, каждому, это его... пение, это его голос. И у нас это наследие уже никто никогда не отнимет, никто никогда не поделит, не обесценит. Вот это самое главное наследие. И вот об этом бы можно было поговорить. Олег, вы правильно сказали, что главное завещание великого Паваротти – это его голос и его музыка. И я хочу, чтобы в заключении этой программы мы еще раз услышали голос Лучано Паваротти.